Развитие динамовского движения по-прежнему в приоритете. Вовлечение в спорт максимального количества брещан – задача, которая остается неизменной. И судя по тому, как серьезно к ней подходят представители Брестской организационной структуры БФСО «Динамо», вместе с представительством МНОК Беларуси в Брестской области, неудивительно, что в спортивном празднике на абсолютно добровольной основе приняли участие столько команд. Показали себя в 5 видах спорта работники УВД, таможни, Брестского управления МЧС, прокуратуры, Следственного комитета, военного комиссариата, и это далеко не все. В испытаниях, таких как эстафета, рывок гири, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол, а также перетягивание каната, силовики проявили бойцовские качества, физподготовку, командный дух, стремление к лидерству. Здесь встречаешься с представителями других структурных подразделений БФСО «Динамо», органов государственных, служб. Налаживаешь какое-то взаимодействие, смотришь на людей, общаешься с ними. Ну, вообще в целом общение очень интересно. Силы соперников практически равны на самом деле. Потому что кто-то здесь лучший в стрельбе, например, как ОМОН, полка патрульно-постовой службы УВД Брестского облсполкома. Вот. Кто-то лучший в гиревом спорте, кто-то лучший в футболе. В течение года все ведомства-учредители провели свои спортивные праздники. На этих праздниках была отобрана сборная команда каждого ведомства. И вот сегодня на празднике спортивного общества «Динамо» эти команды выступают и показывают свои результаты. Президиум Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо» поздравляет всех динамовцев Брестской области с праздником образования, желает им крепкого здоровья, успехов на службе. Такие соревнования были организованы впервые. Собрать большое количество участников, тем более вдали от областного центра, задача не из легких, однако, как показала практика, вполне осуществимая. Организаторы спортивного праздника, наблюдая интерес со стороны представителей силовых структур, сделали заключение мероприятию «Быть». Традиция в будущем может стать отличным поводом собираться вместе на учебно-спортивной базе «Селяхи» для полезного времяпрепровождения всем желающим. С «Динамо», с нашей структурой уже давно сложились отношения. Вместе мы много лет готовим наших олимпийцев, потому что многочисленная армия наших олимпийцев, она в большинстве случаев это представители этой структуры, это динамовцы наши. Наше сотрудничество на этом не заканчивается. Помимо этого есть еще физкультурно-массовые мероприятия. Программа мероприятия была насыщенной, и несмотря на то, что одним командам удалось показать себя лучше, каким-то не повезло прийти к заветной цели и стать первыми, праздник, несомненно, запомнится каждому из участников. Атмосферой, отличным настроением, встречей и общением с коллегами из других ведомств и, конечно, соревновательной составляющей. Уже после окончания соревнований представители силовых структур приступят к профессиональным обязанностям. Заряд положительных эмоций поможет им в любимом деле.